Под председательством заместителя акима области Кайрата Нуртаева состоялось совещание по предупреждению массовой гибели рыбы в водоемах. На собрании с докладом выступил руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садыбекулы. По его словам, для предупреждения угрозы массовой гибели рыбы на 2021-2025 годы по области предпринято несколько масштабных мер. Так, на сегодняшний день сформирован список опасных зон, усилен контроль. Заместитель акима области Кайрат Нуртаев дал конкретные поручения руководителям управлений, ответственным за отрасль, в частности, утвердить план мероприятий по предупреждению угрозы гибели рыбы.